В Восточном Казахстане активно развивается и благоустраивается город-шар. Впервые за долгие годы здесь начали ремонтировать дороги, проведено освещение на 7 улицах, реконструкция прошла и на центральной площади. Эти работы будут продолжены. В рамках государственной программы развития регионов планируется отремонтировать еще 17 километров дорог. На это выделено 480 миллионов тенге. Появятся также новые детские площадки и обновятся старые водопроводные сети. В этом году на благоустройство выделено 8 миллионов тенге. На эти средства высадили газоны и цветы. Горожане довольны изменениями. На центральной площади теперь не протолкнуться. Сюда отдыхать приходят семьями. Кроме того, ежегодно проводится реконструкция по замене водопровода.